Приветствую. Зарплата на собеседовании в Германии. От чего отталкиваться, как торговаться, каких стратегий придерживаться, в этом видео разберемся. Во-первых, есть две разные категории стратегий, зависящие от ситуации. Если человек уже работает в Германии и уже получает здесь какую-то зарплату, то у него одни стратегии. Если человек еще ни разу в Германии не работал, а ищет из-за границы себе работодателя и проходит собеседование там удаленно или приехал в Германию, то у него уже немножко другая ситуация. Начнем с логичного, да, то есть, например, человек еще не работал в Германии и хочет сюда приехать и хочет понять, вот я пришел на собеседование, что мне вообще просить, какую зарплату? И, конечно же, что он первым делом делает, он идет в интернет, набирает средние зарплаты Германии, попадает на наш сайт очень часто, читает, что он здесь понимает. Как я объяснил в прошлом видео, средние зарплаты — это средняя температура по больнице. То есть, получив эту информацию, фактически человек с ней на собеседование идти не может. А вернее, может, но скорее всего ему там не повезет. Почему так происходит? Объясняю, потому что в Германии очень большая разница в зарплатах даже на одной фирме у одинаковых специалистов. Это происходит по разным причинам, но это происходит. И кроме того, зарплаты в Германии — это тема табу, это тема, которую не обсуждают между собой коллеги, и даже супруги могут между собой не обсуждать. Поэтому отталкиваться от средних зарплат, от данных, которые как-то там в интернете собраны и получены, ну, по меньшей мере, наивно. Конечно, это можно использовать как некий ориентир, но есть немного другие данные, которые, возможно, принесут вам больше успеха. Во-первых, начнем с того, что нужно определиться со специальностью. Мы сразу возьмем высшее образование. Почему мы возьмем высшее образование? Да потому что в среднем, когда человеку не требуется высшее образование для работы в Германии, скорее всего, речь идет о какой-то профессии с листа специального списка недостающих профессий. Там в основном все зарплаты тарифные. То есть человек приходит, ему просто контракт дают, вот столько-то в час, поехали. Да? То есть там особо никто и не торгуется. Вот с высшим образованием там уже по-другому. И здесь мигрант должен в первую очередь отталкиваться от своих нужд, от того, что ему упрощает процесс миграции. О чем я говорю, наверное, некоторые догадались, я говорю о голубой карте. Если мы говорим о высшем образовании, то самый простой способ получить разрешение на работу в Германии — это голубая карта. Сейчас заодно проверим, как она у нас ищется гуглом. Вот на первом месте наш сайт. Замечательно, голубая карта в Германии. Здесь есть такой раздел, как уровни зарплат. На 2018 год, чтобы человек переехал в Германию по голубой карте, ему нужно иметь определенную зарплату. Здесь она указана, да? По крайней мере, в начале статьи должна быть указана. То есть, вы должны, да, вот здесь указано, есть 60 тысяч в год лимит. Это лимит, нет, простите, 52 тысячи в год лимит. Это для всех людей, которые ищут работу в Германии и высшее образование имеют. И также есть 40 560 евро в год. Это зарплата для тех, кто входит в список недостающих профессий. На форуме есть полный список. Здесь можете его посмотреть. В основном это касается айтишных специальностей, врачей и инженеров, также ученых. Что дает голубая карта? На ней свет клином не сошелся. Вообще, голубая карта, что это такое? Ну, я вот сейчас немножко распространяюсь, но мне придется просто, чтобы было понимание. Да? Blaue Karte – это всего лишь параграф в законе о миграции в Германии. Aufenthaltsgesetz называется. Это просто один из законов, он так красиво называется. Но на самом деле таких законов очень много. Вот этот Aufenthaltsgesetz, он большой.
и в нем очень много разных параграфов. Вот что касается рабочей миграции, это вот, вот столько. Блауэ карт — это всего лишь один из параграфов. Здесь их еще много. Итак, вот человек ищет работу в Германии, чтобы проще бюрократический процесс пройти, чтобы проще получить разрешение на работу, ему желательно получить голубую карту, выполнить условия, которые в этой статье описаны, и зарплате. Вот зарплата 52 тысячи в год. Это нормальная зарплата в Германии для многих категорий. То есть вот от этой цифры вы уже можете плясать. Вы можете прямо работодателю сказать: я приехал, я хочу приехать в Германию по голубой карте. Лимит голубой карты 52 тысячи евро в год. И нет смысла для меня соглашаться на зарплату ниже этой. Конечно же, зарплата зависит от опыта, от ваших навыков и так далее. Все может быть, возможно, вам эта зарплата не подходит. Например, в случае программистов, ну, может быть, человек не совсем опытный. Тогда ему нужно ориентироваться на эту цифру. Да, например, врачам вот на эту цифру ориентироваться не надо, несмотря на то, что они тоже сюда входят, но врачи зарабатывают в Германии достаточно, чтобы просить более 52 тысяч в год. А программисты, особенно начинающие, без опыта, ну, пожалуйста, 40 тысяч, конечно, это же не совсем большая зарплата, но пойдет, особенно если нет семьи и детей. Вот эти две цифры, они, конечно же, не... Скажем так, не, ну, нельзя сказать, что вот всегда просите эту зарплату. Естественно, все зависит от разных. Вы можете использовать данные сайтов средней зарплаты в Германии и так далее. Но это большая специфика. Скорее всего, вот вторая стратегия, с чего вы еще можете оттолкнуться, вам нужно действительно связаться с людьми, которые работают в вашем бранче, в вашей профессии в Германии. Их можно найти в интернете просто поиском в соцсетях, общением на форумах. Например, вот вы можете просто пойти на форум «Работа, учеба, бизнес Германии», почитать здесь и создать топик. Я такой-то, такой-то, ищу работу в Германии, пожалуйста, подскажите, какую зарплату просить. Обсудим, подскажем. В личке, может быть, кто-нибудь даже там что-нибудь свое напишет, а у меня вот такая зарплата и так далее. Хотя, повторюсь, в Германии это не принято, и вряд ли вы получите большую информацию. То есть первая у вас ступенька, да, с которой вы нижне отталкиваясь, это голубая карта. Вторая ступенька – это опыт общения с мигрантами, которые уже в Германии работают. Пожалуй, это будет более, скажем так, достоверные сведения, чем вот эти вот все средние зарплаты. Кроме того, эти средние зарплаты, они же для немцев. Какой смысл брать на работу иностранца, который такой же средний, да, как немец, и платить ему среднюю зарплату? Да на кой? Ну, только когда совсем не хватает работников. А в принципе, иностранцев берут, потому что они круче своих, потому что они также просят меньше зарплаты. Поэтому третья стратегия. Попробуйте найти несколько предложений и понять, предлагает вам в одном месте зарплату меньшую или большую. Вы же не знаете, да, то есть, например, вы ищете зарплату впервые, да, вы собираете информацию, но все равно у вас нет этого опыта. Вы не знаете, какие зарплаты в Германии. Я вам скажу, я приехал в Германию в 2002 году на зарплату что-то там 1235 евро в месяц. Я получал в Сименсе 460, кажется, да, и тогда, вау, три раза больше, обалдеть. После того, как я отработал первый месяц, я собрал рюкзак, пришел к шефу и сказал: до свидания, я отсюда поехал, потому что мне не хватило даже элементарно заплатить за аренду, и я был весь в долгах, потому что, ну, мне просто кушать не на что было. Потому что, да, в Германии совсем другая структура брутто и нетто зарплат, мы уже это обсуждали, да, на сайте есть в разделе о работе подробная статья «Брутто и нетто зарплата в Германии». Скорее всего, вы не попадете, потому что зарплата также зависит от региона, от различных бранчей, от опыта и так далее. Да? Но как бы третья стратегия – это собрать побольше предложений. То есть не пытайтесь сразу первое, что вам предложили, зарплату, на нее соглашаться и переживать, хорошая она или нет. Да? Или там вот тоже вопрос сейчас задают: мне предлагают зарплату там 50 тысяч евро, в Мюнхене это много или мало? Ну, то есть, да, этот вопрос можно задать, но, в принципе, вы сами должны понять, для вас это много или мало. Потому что, ну, когда мы ведем речь о средних зарплатах, мы говорим, как я уже в предыдущем видео пример привел, о средней температуре по больнице. Что говорит конкретному больному средняя температура по больнице? Да ничего.
Ему же нужна его температуру знать, да, его температуру, чтобы его лечили, соответственно. Если у него температура там высокая, да, то, значит, ему надо медикаменты. Но если у вас нет данных, чтобы сравнить их между собой для конкретных предложений для вас, скорее всего, вы выберете не тот вариант. То есть у вас зарплата не будет соответствовать вашим возможностям. Поэтому просто получили одно предложение, скажите: «Хорошо, я подумаю», и продолжайте поиски, продолжайте собеседование, получите еще два предложения. Вот когда у вас будет три варианта, и вы сразу увидите, какой из них выше, какой меньше, да, где больше предлагать. То есть получите больше информации, получите больше предложений. Вот три стратегии, да, то есть, повторюсь, первое — это отталкивайтесь от способа переезда в Германию, то есть голубая карта, лимит. Вторая — это соберите информацию среди людей, которые работают в бранче по этой профессии. Третье — получите больше предложений. И тогда у вас будет уже более-менее представление о том, что просить на собеседовании. Есть еще четвертая стратегия — сказать: «Ну, я не знаю, да, ну, предложите мне что-нибудь». Ну, у фирм есть бюджет, они вам что-то предложат по нижнему краю, да, и если вы специалист для них не особо ценный и не согласитесь с этим, ну, скорее всего, они не будут, потому что, ну, не могут же они предложить вам 40, а потом сразу сказать: «Ну, ладно, давай 50», да? Нет, скорее всего, они скажут: «Ну, 42». То есть немцы, они не могут повышать большое, то есть вот от их предложения они повысят, скорее всего, немного, да, от их первого предложения. Поэтому не провоцируйте, говорите, что вы хотите, опирайтесь на какие-то факты. И переходим к второй категории. Когда вы уже работаете в Германии, вы приехали в Германию, скорее всего, через год-два вы обнаружите, что моя зарплата-то не соответствует, не то что средняя, а просто мне не соответствует. Да, я такой молодец, я там работаю, я просто, не знаю, коллеги от меня в восторге, а платят мне, как мне кажется, да, потому что достоверной информации у вас не будет, но так по ощущениям, когда вы немножко разберетесь, вы уже поймете, да, ну что-то мне не хватает, пойду-ка я попрошу повышение. Это ошибка. Никогда не ходите к шефу просить повышения в Германии. Что шеф сделает вам? Он вам либо откажет, потому что он скажет: «Ну, ты же понимаешь, как у нас дела на фирме», а ты такой: «Да, понимаю, на самом деле ты без понятия, но ты же не можешь ответить». Да. И он: «Ну, вот, вот поэтому, да». Потому что ты уже на фирме, ты уже работаешь, и как бы, что вообще, что ты пришел? В Германии нормально там в год повышать на 2-4%, чтобы зарплата бежала за инфляцией. Это считается нормально. То есть на резкий рост зарплаты в Германии надеяться не приходится. Поэтому, если вы хотите повысить зарплату, ни в коем случае не идите сначала к шефу. Вторая стратегия, которую выберет шеф, он скажет: «Ой, ты такой молодец, слушай, такой молодец, но у тебя», и начнет загибать пальцы, там: «Плохой немецкий, там вот тот коллега о тебе плохо отозвался, а мы еще не закончили этот проект», там, и так далее, и так далее, и так далее. А может быть, еще он предложит, скажет: «Ты знаешь, чтобы тебе повысили зарплату, мы тебе давай вот эти вот курсы закажем, ты их пройдешь, дашь вот это тестирование», там, и так далее, получишь сертификаты. В общем, он вам распишет программу на год. Или еще вот самое классное, он вам скажет: «Слушай, мы не можем тебе прямо сейчас поднять зарплату, да, вот ты у нас сейчас простой программист, мы вот, ну, у нас вот по этим границам в фирме расписано, вот простой программист, но вот если ты перейдешь в категорию старших программистов, тогда это станет возможно. А чтобы ты перешел в категорию старших программистов, тебе нужно немножко поработать помощником старшего программиста, и как бы вот ты наберешься этого опыта, тебе нужно опять же пройти какие-то сертификаты, там вот отзывы коллег, мы тебе поставим цель, ты должен помимо одного проекта участвовать в другом, там, и так, в общем, он вас загрузит и как бы поставит фальшивые цели. И это будет нормальный менеджер, это их работа, они так должны делать. Поэтому просто не ходите к шефу, если вы хотите в Германии повысить зарплату. Идите на собеседование. Идите на собеседование сразу. Когда вы придете к шефу и скажете: «Я получил предложение о работе от другой фирмы». Это совсем другой разговор. У вас есть право уволиться в Германии обычно в течение 3 месяца. И вот вы пришли с предложением о работе. И от этого шеф вас уже никак не заморочит. На самом деле есть тут еще и полустратегия такая. Вы можете сказать, что у вас есть предложение о работе, хотя у вас его нет. Но что будет, если шеф скажет: «Да пошел ты». Может, вы ему надоели, может, он уже устал от вас как иностранца. Может, он вам не хочет повышать зарплату, может, вы вообще у него в планы не входите на будущее. Да? Но уволить в Германии не так просто, и
как бы там вот это все. Поэтому, если он вам скажет, что он вам зарплату не может повысить или начнет заморачивать, как я объяснил, работать на той же зарплате, когда вы сказали, что вы ею недовольны, это, мягко говоря, нелогично. Это, ну давайте скажем честно, это идиотизм. Вы пришли и сказали, меня не устраивает зарплата, вам сказали, не, мы не можем поднять, окей, и пошли. Нет, ребята, если вы пришли к шефу и просите повышения, то если он вам зарплату не повышает, единственный логичный вариант развития событий, вы уходите в течение 3 месяца. Конечно, не надо сразу подавать увольнение, там, рвать и так далее. Нет, ну у вас должен быть вариант, если он вам откажет. У вас должен быть этот вариант, иначе вы просто выглядите, он запишет в личное дело. Так, вот этот тюфяк приходил просить зарплату, я ему не поднял, а он не ушел. Мы ему больше вообще ничего не повысим. Мы его можем заморочить как-то, мы ему поставим фальшивые цели, он будет дальше работать и приносить пользу фирме. Поэтому отправляйтесь на собеседование. И вот тут, на собеседование, когда вы уже имеете зарплату в Германии, вы можете спокойно торговаться, отталкиваясь от нее. То есть вы просто говорите, когда речь заходит о зарплате, говорите, я сейчас получаю столько-то. Ну, лучше говорить правду, потому что вот работники отдела кадров, они секут, когда человек говорит неправду. Там люди не зря едят свой хлеб, они проводят несколько собеседований в день обычно, да, но если вот уже опытные люди. Я сейчас работаю, сижу вот в офисе с хедхантерами, я с ними тоже разговаривал, они говорят, ну, в принципе, видно, когда человек врет по поводу зарплаты. Видно. Ну, глаза бегают, ну, начинает там нос потирать или там стесняется, да. Ребята, просто говорите, у меня сейчас вот такая зарплата, я ее недоволен, я ищу что-то побольше. И так как я уже в Германии там столько-то отработал, собрал такой-то опыт, уже немножко лучше говорю на немецком, у вас должны быть причины, да, для повышения зарплаты, не просто потому, что я такой молодец, а должна быть причина. Вы отталкиваетесь от своей зарплаты и просите повышения, соответственно, на 10%, например, ну это много, ну просите на 10, они повысят там на 7, на 8, и если вы соответствуете этой зарплате, можете принимать. Вы просто говорите, окей, я подумаю, потом вот с этой зарплаты, да, вот, которую вам дали, вы не должны показывать своему текущему шефу предложение от другой фирмы, это запрещено, но вы можете сказать. Официально запрещено, но вы можете сказать шефу, что у вас есть предложение на там, 7% выше или там, на 10% выше. И тут просто, все просто, если шеф не соглашается поднять зарплату, у вас есть запасной вариант, вы уходите. И там на следующей работе вы, отработав год, или полтора, или два, вот у меня сейчас получилось полтора, вы можете просто опять пойти на собеседование. Вообще ходите на собеседования в Германии почаще. Это развивает множество различных скиллсов, повышает кругозор, и зарплату повышает, между прочим. Поэтому вот вам простая стратегия. При переговорах, когда вы уже в Германии находитесь на собеседованиях, отталкивайтесь от своей текущей зарплаты и просите больше. Конечно, если вы при этом меняете регион, может быть, если вы сейчас работаете где-то, я не знаю, в Кёльне, да, а хотите переехать, ну, конечно же, в Мюнхен, ну, куда еще здесь в Германии переезжать, и вам предлагают зарплату на 10% выше кёльнской, вы с радостью соглашаетесь, а потом обнаруживаете, что в Мюнхене аренда жилья стоит 1,5 раза дороже, чем в Кёльне. То есть, все-таки регион надо немножко учитывать. В Германии разные цены по регионам, тогда отталкивайтесь уже от жилья, то есть вы ищете среднюю цену на жилье, вот она, кстати, достоверная, на каком-нибудь там Immobilien Scout находите, смотрите, оцениваете свои примерные расходы на аренду жилья и умножаете там на какой-то коэффициент, который вы сейчас, да, тратите там, после того, как у вас аренды что-то осталось, сколько вы тратите на еду там и так далее, вот посчитайте там, например, 800 я трачу на аренду, 800 я трачу чистыми на еду и еще там что-то у меня остается. Вот примерно то же самое на новом месте должно сохраняться, да, если вы хотите сохранить уровень жизни. Ну вот так, такие у меня к вам сегодня были, скажем так, советы. Подписывайтесь на канал, да, так принято говорить, в Ютубе подписывайтесь, потому что мне нужно 1000 подписчиков. И оставляйте комментарии, какие бы еще темы вы хотели бы услышать на этом канале. До свидания.